В праздничной атмосфере непрерывного творчества открывается один из самых ярких фестивалей детского хорового искусства «Дружба-дирижер-2018», который проходит в Щелковском районе вот уже в 12-й раз. Сохранение культуры и традиций певческого мастерства – всегда новые знакомства и обмен опытом. Название «Дружба-дирижер» говорит само за себя. Вновь районный культурный комплекс стал центром притяжения юных талантов и их руководителей. На площадках фестиваля в течение 3 дней встретятся 33 коллектива, 900 музыкантов. Низкий поклон тем людям, которые это дело делают, профессионалам своего дела, педагогам, родителям, руководителям на своих местах, в областях, в регионах, в странах, которые делают все возможное, чтобы через искусство общение между подрастающим поколением было очень тесным, потому что это очень важно в развитии личности и в развитии человека. Мы видим, что такое дружба. Это когда вы все вместе собираетесь здесь и обмениваетесь своим творчеством. В этом зале мы видим счастливые, веселые лица ребят. Дружба, она всегда рождается именно вот таких событиях. Это настоящий праздник творчества, который привлекает множество коллективов. И на этот раз фестиваль проходит на международном уровне. Фестиваль проходит в рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» и посвящен празднованию столетия государственной системы дополнительного образования. Ежегодно в нем принимают участие лучшие хоровые коллективы из различных уголков страны. В этот раз музыканты из Щелковского района, соседних муниципалитетов, также Чувашии, Брянска, Кирова, Курска и других. В этом году «Дружба-дирижер» расширил горизонты. На праздник творчества впервые прибыли коллективы городов-побратимов из Республики Беларусь, Ахтубинска, Аксаи и Словении. Мечты сбываются, мы здесь, нам очень нравится. Нравится дух, нравится позитив, нравится, что столько детей вместе. Такая высокая подготовка, руководители друг другу улыбаются. Очень большое спасибо организаторам, настолько дружелюбная обстановка. Действительно, нас здесь ждали, нас здесь очень хорошо принимают. Настоящий хор – это всегда объединение, команда, единый механизм. Это всегда новые идеи, новые краски. Репертуар участников фестиваля необычайно богат – от шедевров классики до современных композиций. С самого момента открытия высокий уровень профессионализма. Все вместе участники исполнили специально созданное для фестиваля произведение «Здравствуй, Щелково». На музыку Ирины Хрисониди, члена Союза композиторов Российской Федерации, преподавателя, автора многочисленных произведений детских опер. Я очень люблю ваш город. Даже были такие моменты, когда мы говорили, а не побратиться ли и нам тоже. Уж только мы сюда приезжаем, столько у нас друзей, столько дети уже нескольких поколений приезжают сюда, находят друзей. Когда дети поют вместе, они учатся не просто мастерству исполнения произведения, они учатся слышать и понимать друг друга. Каждый хор индивидуален, он обладает уникальными музыкальными инструментами, тембрами голосов, каждый из которых имеет неповторимый оттенок. «Дружба-дирижер» традиционно проводится по инициативе Щелковской детской музыкальной школы при поддержке районной администрации Международного хорового союза и районного методического объединения школ художественно-эстетической направленности. Самое главное, что ребята начинают дружить. И дружат очень серьезно. И вот многие коллективы здесь не первый раз. И у них столько здесь друзей. 3 дня праздника, 3 дня искусства, наполненных неповторимыми моментами. Выступления, творческие встречи, мастер-классы. И главное, что остается навсегда – настоящая дружба. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».